Свежее асфальтовое покрытие на специальном основании. Эта площадка может принимать любые типы вертолетов. Финальные детали, бордюры, хорошо заметные ночью в свете фар, а также специальная разметка, которая наносится светоотражающей краской. Это специальный ГОСТ, по которому все должно вот именно в таком виде вот находиться на данной вертолетной площадке. Это требование. Работы должны завершиться в ближайшие дни. Их проводят по поручению главы города-курорта. Также Сергей Сергеев по итогам встречи с общественниками поставил задачу привести в порядок участок тротуара на улице Краснозеленых от Шевченко до Крымской. Так выглядит еще не отремонтированный тротуар. Он просел еще и потому, что на него заезжали машины. А это доставляло неудобства жителям и гостям. Старую плитку демонтируют, укладывают новую, одновременно повышая бордюр. Помимо этого, тротуарную плитку укладывают на участке улицы Школьной в Витязево, также по просьбе общественников. Кроме того, проводятся оперативные работы. Только за минувшие выходные вандалы сломали почти два десятка скамеек.